если что, можешь к банкам. Так что не парься. Стану связующим звеном. Да. Ты будешь посередине стоять. Привет. Леша, ты сам рисовал это? Всю ночь рисовал. Андрей, скажи, пожалуйста, вот что здесь написано по-русски? Ваш счет за газ входит цена за ваше молчание. Что-то в этом духе. Так, диктаторы – надежные экономические партнеры. In sehr vielen Städten ist heute eine Kundgebung. In Moskau haben sich über 30.000 Menschen versammelt. Wir haben uns hier aufgesammelt, um sie zu unterstützen. Ja. Потому что я знаю, что у вас точно нашего понима нет. Он тоже для меня относится к, по крайней мере, в большой группе риска. Женя, я думаю, ты зайди с пепечкой. А? Зайди туда без пепечки. Freiheit für die ganze Welt. Die ganze Welt ist es das. Freiheit für die ganze Welt. Выходим спустя год, чтобы выразить солидарность этим людям, выразить свой протест против Путина. А вы как к этому относитесь? Я не знаю. Я середина. Я не знаю, насколько... Я же не нахожусь сейчас в России. Что он сказал по-русски, можешь сказать? В двух словах, первое, что он сказал, это Россия, где это? Я сказал, ну тут недалеко. Ну вот, он такой, типа, через Эльбу, да, да. Ну вот, а потом сказал, что чего вообще жалуетесь, смотрите на Китай. Красную карточку Путину! Красную карточку Путину! Красную карточку!
карточку Путину. Жены слышали, мы хотим, Руслан. Больно он ганзефойдус у меня.